Господин Лопатников пожаловал к нам. Вот отряд бойцов под кадрет. Все прощай, блин. Ну, я привез к местности. Пожалуйста. Лопатников всех зовет отойти. Ребята, говорит, сюда. Новый план действий. Да, точно общаться. Факту строительства вашего дома, да, возбуждено уголовное дело. 159 и 330. В один дом входит, ну, одна следственно-оперативная группа. Вот он. Вторая следственно-оперативная группа ждет. Эта группа отработала дом. Вот. Я никогда не признаю, что это, что смотрите. Оно вот. Это лишняя операция, которая что-то будет подкладывать. Подкладывать никто ничего не будет. Вот это хотелось бы. Оно мне в глазки посмотрите. Нет, два. С целью безопасности. Нет, безопасности. Стоп. Следовательно. Никто, никого, вы можете давать потому и наших. Вы приехали с понятыми, которые вы, без вопросов. Ну, конечно. Давайте третьего вписываем вашего понятого. Ну, можно четыре вписать. Четыре, ясно, да? Не, понятые может быть сколько угодно. Конечно. Ясно, да? Двоих своих понятых. Без вопросов. Двоих, одного, двоих, без разницы. Понятно, да? Так, Андрей, мы с тобой ругаться не будем. ППРИ, производство. Мне можно тоже в участвующую группу включить, вот адвокат. Вот, включите, конечно. Нет, без вопросов, только без съемки. Хорошо? Понятый? Конечно. Понятый. А снимать можно? Нет. Понятый. Вот ты меня можешь здесь перед домом снимать. Понятый. А при производстве следственных действий, ну, извините. Так, при производстве, да, я хорошо. Сразу предупреждаю, давайте без технических средств, мобильной связи тоже. Ну, только исключительно в случае там. Плохой или вредный. На работу потому что. Следователь. Все будут в сапогах ходить, что ли? Да ладно, разденемся, Виктор Иванович. Ну что вы сами? Приходите. По всему дому. Там дети это все делают. Вы только раз забирайте. Ну да. Я у него. Я понимаю, ну так просто надо понимать. Ну да. Тут что, пару секунд. Я у него буду сейчас. Давайте будем. Давайте. 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 Давайте.